Ну что, здорово, дорогие друзья! Мы снова с вами. Мы в городе Ярославль. И с вами группа G&A. Доброе утро, друзья! Мы приехали в Ярославль, и это наш второй город в туре. Первый был Санкт-Петербург. Это не считается, позавчера. Это дом. Home sweet home. Мы в туре, дорогие друзья. Мы в туре, дорогие друзья. Расклад такой. Мы записали новый альбом. И теперь мчим его показывать миру. Мир заждался, Ярославль, час. Комфортабельный авиалайнер. Нас везет встречает, нас до гостиницы. Везет нас до гостиницы. Что тебе надо, девочка? Мультипаспорт. У меня просто обычный. Это недолго мы ехали, конечно. Ваш билетик в сон. Красивую жизнь. Да, красивую жизнь. Интересно, мы успеем погулять, Гок? Мы с тобой пойдем гулять по Ярославу? Ты меня видел вообще? Ну да, я тебя каждый день вижу. Конечно, мы пойдем гулять по Ярославлю. Только после того, как немножко поспим. Не выпускай. Знаете, зачем я здесь вас собрал? Итак, традиционный рум-тур. Хопа. Яблочко. Отлично. Буду жить здесь. Вид. Ярославль. Какова красота. Очень красиво. Почему снимать влоги так сложно? Да потому что никого просто не поднять на прогулку. Все хотят вялиться, все хотят отгнивать в номерах. А город же сам себя не погуляет. Но есть такие люди, которые как в простонародье называют герои, которые не бросят тебя снимать влог одного. Поэтому мы идем. Сейчас мы еще найдем нашего директора, который здесь где-то шоркается. Еще мы найдем кофе. И вообще заиграет другими красками Ярославль. Почему-то приезжаем мы сюда исключительно осенью. Если вы скажете, с чем у меня ассоциируется Ярославль, то с осенью. Каждый раз идешь, и здесь листья гоняют по этой улице. Как эта улица называется? Свободы. Свободы, да. Вот такое осень, это небо. Полуочище небо под ногами. Спасибо большое, хватит, да. Ярославль симпатичный, но и такой не всегда проходимый, но нас не страшат трудности. Это, кстати говоря, еще норм, то есть это не тот Ярославль, который мы помним с наших первых туров. Да. Я помню, вот эта полоса препятствий была раз в 10 длиннее. Да, на самом деле я вижу новые дома, которых не было еще в прошлые разы, вот эти вот. Новостроечки с легкими обмажами в сторону сталинского вампира. Да. Ну вот они, собственно, красота. А кто это у нас на пути? Привет! Все, поем. Смотрите, кто к нам пришел и присоединился. У нас отважная екатеринбургская путешественница. Ультразвуковой генератор. Итак, дорогие друзья, первая проблема города Ярославля обозначена. Здесь очень мало кофеен. Где выпить кофе, чтобы проснуться? Чтобы это, зато есть, чтобы заработать. Зато есть вкусвилочка. Здесь есть русский чай. Я хочу кофе. Кофе! Высоточка! Мы нашли кофе. Чё? Вот, первый же сейчас залетит. Ну вот, с кофейком уже как-то приятнее, да, путешествовать по городу. Напоминаю, что мы в городе Ярославль.
Вот так вот он прекрасен. Идем до Кремля. До Кремля дойдем, думаешь? Идем до Кремля. И это золотое кольцо, ребята. Да. Золотое кольцо. Непростое, так сказать, украшение. А вот тревоги. Ярославль же и есть часть Золотого кольца, правильно? Ярославль — это часть Золотого кольца, да, поэтому мы по адресу максимально. Да. Золотое кольцо без начала и конца, без начала и конца, без начала и конца, блестит на пальце мертвеца. Очень хорошо. Смотри, нормальный город, можно жить. Даже кофе нашли. Даже кофе нашли. Кофе нашел, все, можно жить. Это правда. Да. Ощущается спокойствие. Спокойствие. Только спокойствие. Очень красиво, ребята. Очень красиво. Очень красиво, Ярославль. Да, нам очень нравится. Но нам прямо сейчас уже... То есть, вот вы понимаете, мы добежали вот только... До красивого, и нам уже надо выдвигаться на площадку, чтобы вас сегодня вечером радовать, понимаете? Ярославцы, ярославчане, ярославушки. Это суровое, суровое лицо. Ух ты, смотри, он бороду постриг. Какой красивый. Какой красивый чувак, со стриженной бородой. Ну пипец, Ярославль, держись, просто пипец, уже. Он тоже и так красивый. Оказывается, мы были недалеко от входа. Мы гуляли здесь совсем недавно. А клуб вот там. Сейчас я покажу вам парадный вход в клуб. А тут уже мужчина наводит красоту. Амон. Вот здесь мы будем сегодня наводить. Ярославничать. А теперь пошли в гримерочку. Веди нас. Погнали. Уют. Красота. Зеркало. Hello. Да тут же можно. Тут даже есть душ. Вы знаете, где мы? Где? Ну, в номере, где я спал, когда мы здесь играли в прошлый раз в Джинэйр. Это была не гримерка, это был мой номер. У нас, оказывается, здесь есть фан-билеты. И ребята пишут автографы на красивых бумажках. Белыми маркерами. Белыми маркерами. Красиво. Смотри, сними, сними. Смотри, как красиво. Это грим, красота. Вид да. Чудесный. Это сегодня вид свипов. Посмотрите, я вип-гость, я купил билет задорого. Буду смотреть на группу свысока. Не ошибешься. Зал. А тут и правда. Концерт зал. Катание. Саундчек у нас что-то затянулся. Раз, два, три. Док, погреми. Перекусили. И сейчас должно иметь место быть. Самое прикольное в этом, мне нравится проход в
гримерку. По вот такой вот лестнице. Ого, я ни, а ну-ка, я давай. Ни разу тут не ходил? Да нет, в прошлый раз мы здесь ходили. А этот не помню. Жопой отлично крутится. Ну что, у нас запускается первый город, если не считать Питера. Первый город сегодня. Ярославль. Сереж, ты готов? Да, я готовее всех готовых. Антош, что ты готов? Да. На ночь? Всегда готов. Корешок? Всегда не готов. Всегда не готов. Алкоголь? Сережа! Ярославль, за вас, родимых. Скоро увидимся. Ну, ну, давай, запивай. Запивай. Every night is a Saturday night. Every night is a Saturday night. Every night is a Saturday night. Is a Saturday night for me. Погнали. Опа, грязи, опа, цель. Че там, совсем пиздец на улице? Да? Промокли? Сейчас мы вас разморозим, если кто-то займется. Мы привезли вам новый альбом. Давно у вас не были. Как настроение? Кто пришел потанцевать? Хорошо, я с вас буду спрашивать.